Один из самых молодых фермеров региона живет в Алейском районе. Никите Овчаренко всего 21, а он руководит животноводческим комплексом на 240 голов. В прошлом году Никита составил бизнес-план и получил грант 1,5 миллиона рублей на развитие хозяйства. Фермер закупил телят пород Герефорд мясного направления. И теперь ведет строительство помещений для скота в селе Большепонюшово Алейского района. В семье Овчаренко все занимаются сельским хозяйством. Традиция пошла еще от прадеда. Чтобы прокормить буренок, приходится параллельно заниматься растениеводством. 1200 гектаров земли предприниматель засевает кормовыми культурами. В планах на будущее расширить хозяйство до 1000 голов. Идея родилась еще в лет 14. Изначально было подсобное домашнее хозяйство. Но потом посчитали, посидели, что это невыгодно. То ты понимаешь, что работаешь на себя. И надеюсь, что в будущем это все как-то окупится. Ну, это и придает силы.